Я Джулия Кипинти, художник-декоратор мира Дикого Запада. Взять слова и попытаться облечь их в форму может быть неким вызовом, но все бросаются собирать данные, и ты находишь крутейшие вещи, до которых можно дотянуться и добавить к декорации. Ты делаешь этот мир таким же реальным, как тот, в котором живешь. Мы хотим, чтобы люди на площадке не знали, где она начинается и где заканчивается. Чтобы все говорили, вы воссоздали это место. Таким оно и было. А ты понимаешь, что это полностью наша заслуга. Мы создали целый мир. В мире Дикого Запада с Джулией Акипинти. Есть картинка! Собрались? Поехали! Сцена первая! Статисты, вперед! Мотор! Твой вкус — это твой гид во всем. Что ты хочешь показать в декорациях? В пилотной серии ты устанавливаешь правила мира Дикого Запада. Должно казаться, что ты можешь закрыть глаза, открыть их и понять, что бы ни случилось, все будет носить на себе печать Дикого Запада. Это цель. В этом году я создала кучу странных механизмов, которые не найдешь в магазине роботов. Мы выбирались в безумные места вроде кладбища самолетов. А что это за странная штучка? Выглядит круто! Ты превращаешь все в машину, делающую роботов. У меня были классные ребята, которые разрабатывали гидравлические подъемники, механические. Для этих вещей даже не существует названия. Пусть будет хост-принтер, точно! Словно нормальный разговор, который каждый день ведешь за ужином. Никакой претензиозности, обычный шоу. Это не так. В этом бизнесе нужно быть крутым, особенно если ты женщина. Я могу делать грязную работу. Я мало чего боюсь. Но ничто не подготовит тебя к миру Дикого Запада. Серьезно, никакой подготовки, никаких обучающих курсов, ничего. Ты просто приходишь и либо умираешь, либо выживаешь. Мир Дикого Запада. Второй сезон, 23 апреля.